солдаты не пришли. Один за всех. Им трудно интеллектуально сидеть. Понятно. Я хочу открыть эту сессию. Не буду много говорить, могла бы сказать целую. Ты бы хотела, чтобы я сказала, но не буду сейчас. Значит, я, во-первых, хочу познакомить вас, всех, кто не знает, с Михаилом Сульманом. В прошлом году он закончил свою основную деятельность как директор Нобелевского фонда, исполнительный директор фонда Нобелевского фонда. Это не это раз, но я хочу сказать, что исполнительным директором этого же фонда по просьбе самого Нобеля был его дед. Поэтому, когда был в определенный момент конкурс, то Нобелевский фонд решил избрать Михаила Сульмана. Значит, это первая такая фантастическая справка. Вторая фантастическая справка, что он постоянный эксперт нашей школы, и он член совета директоров нашей школы. И если школа вот эти 2-3 года чувствует себя более-менее комфортно, то это благодаря той шведской поддержке, которую невозможно было бы без члена совета директоров Михаила Сульмана. Но особенно я хочу открыть вот эту сессию совсем по-другому, потому что здесь идет редактор, Лена, можно вас? Значит, это издательство, как оно точно называется? Нестор, «История Санкт-Петербург». Вот. Елена Федоровна. Да, Лена Федоровна, которая редактор этого издания. Я хочу, чтобы... И здесь издана книга в Петербурге «Русская семья на фоне эпохи. Воспоминания и письма». Вот я ее вам покажу. Я сейчас ее пущу по ходу, чтобы кто-то могли полистать, а потом купить в магазине. Значит, это очень интересная действительно книга, потому что, во-первых, это семья Миши Сульмана, мама, которая из семьи Яроцких, да? Яроцких, да. Здесь зафиксирован, я совершенно замечательная переписка, здесь зафиксированы ее поразительные письма. И вы знаете, что вообще в XIX веке была уникальная культура женской литературы. Куда она исчезла, никто не знает, ее теперь нет. Это наследие и традиция той уникальной культуры переписки и записки, какие были на самом деле в XIX веке женская литература. Да, но самое главное, что вот я увидела в этой книге, во-первых, замечательную литературу, как это написано, это переписка. Во-вторых, вы действительно видите, какую бурную и ужасную жизнь жили люди в 20 веке везде, во всех срезах российского общества. Мама оказалась в Швеции. Мама была замужем за Мишиным, как шведский посол в СССР был Мишиным отцом, и поэтому вы сейчас услышите русский язык. Это шведская семья. И самое главное, что вы, если будете читать, это еще один... Мы же вчера говорили о памяти. Об исторической памяти, вы увидите на фоне эпохи, что происходило с данной конкретной семьей и как описывалась эта эпоха.
Поэтому я думаю, что это, с одной стороны, литература, а с другой стороны, замечательный исторический документ, которым мне кажется, что люди, живущие здесь, свою историю давности 80 лет, должны читать очень внимательно и интересно. Лена, у вас есть одно что сказать? Вы сказали прекрасно, да? На самом деле, потому что эта книга действительно, кроме того, что, значит, структура ее проста, как видно из названия, да, воспоминания и письма. Воспоминания Зинаиды Александровны Яроцкой-Сульман, своеобразное предисловие к письмам. А письма – это переписка между членами большой разветвленной семьи Яроцких, Оболенских, Винбергов. Для того, чтобы рассказать, кто в каком отношении друг к другу находится, времени нужно много, потому что семья действительно огромная. В каждой семье по 6-8 человек детей. В крымском имении Сыни собиралась компания, где было только детей, родственников, двоюродных братьев и сестер, 18 человек, плюс знакомые, друзья и так далее. Вот. Так вот, своеобразным предисловием к этим письмам служат воспоминания Зинаиды Александровны Сульман-Яроцкой. И вот эти воспоминания, как раз кроме того, что это прекрасно написанная повесть, это исторический документ большой силы. Поэтому, как известно, история ничему не учит, но предостерегает. Вот кто эту книгу прочтет, тот поймет, о чем я говорю. Да, на самом деле, мы сейчас Мише отдадим, он будет говорить про экономику, про глобальный мир, он будет не об этом. Но я хочу просто сказать, вот кто-то стал женой шведского потом посла, а кто-то закончил из семьи совершенно по-иному своей жизни. И большинство. Поэтому вчерашние наши разговоры примите внутренних сведений. И вот еще одно по совпадению такое доказательство. Я вот просто вам пускаю, вот это Мишина мама. Большое спасибо, Лена, за теплые слова. Я хотел только добавить, что я очень обрадовался, когда видел первый вариант программы этого семинара, и там все были названы эксперты, имя, фамилия, а за мной стояла Миша Сульман. Я себя чувствую семейным человеком здесь. Мне тоже дали возможность выбрать тематику, и я выбрал то, что вы видите, некоторые рассуждения насчет состояния дел в Европе. Мы же все же живем в Европе с вами. И я хотел поднять четыре пункта. Первое, ну, очень коротко, что из себя представляет Европа. И здесь в первую очередь, значит, ЕС, Европейский Союз. Второй пункт, какие перспективы краткосрочные, то есть экономические прогнозы. Третий пункт, постараться разъяснить кризис евровалюты. Нет, это задача не очень простая, потому что политики ответственные явно показали, что, по крайней мере, в течение 2 лет, что они ничего не понимают в этом деле. И, в конце концов, перспективы Европы в более длительной перспективе в мире, в общем. Ну, ЕС, вы, наверное, знаете, это инициатива, которая уже... Инициативы брались в начале 50-х годов, начали с союза угля и стали. Здесь и потом продолжается развитие этого проекта. Ну, официальное начало в 57-м году, договор, Римский договор о европейском сообществе. И потом идет постепенные разные ревизии и расширение как бы конституционных основ для европейского сотрудничества до сегодняшнего дня. Эти последние вот этот компакт, пакт финансово-бюджетный, это тоже дополнение к этому вот ряду разных шагов.
За этим стояло, когда они начали в 50-х годах, две задачи или как бы мотивировка для этих стремлений. Это первое, конечно, покончить раз навсегда с войнами между, главным образом, между Францией и Германией, которые длились с 17 века более-менее, какие-то там были паузы, но 1870-е, 14-е, 40-е годы для французов очень трудные даты. И Германия, она сегодня и после Второй мировой войны решительно потеряла аппетит на военные авантюры. Это один порядок аргументов. Другой, конечно, был реальный и поддерживался сильно Вашингтоном тогда. Это было в русле плана Маршалла, то есть консолидировать Западную Европу, чтобы она отстояла натиск с пропагандистского и иного характера Советского Союза. Так что там было и не только идеалистические мотивы, но и реально политические. Тогда, с 1957 года устанавливается таможенный союз. К сожалению, таможенный союз, который применяет те же пошлины в отношении остального мира, значительно лучше было бы, если бы ввели зону свободной торговли. Это было бы лучше и для европейцев, и для остального мира. Но так не состоялось. Важная дата – это так называемый Single Act, единственный акт в 1985 году, который установил так называемые, как цели, главные направления, четыре свободы. Свобода передвижения товаров, услуг, людей и капитала. При этом сохранялся полный суверенитет каждой страны, члена Союза, что касается национальных бюджетов, финансовой политики, поскольку именно эти стороны политики являются сутью и основой для национального суверенитета. Этот процесс проходил, нужно сказать, успешно, в особенности в 80-х и 90-х годах, до середины первого десятилетия нашего тысячелетия. Что из себя представляет Евросоюз как часть мировой экономики? Примерно 30%, если включить в это понятие и Норвегию, и Швейцарию, которые не являются, они решили не вступить в Союз, и к тому еще добавить Россию, то получается примерно треть ВНП всего мира. За Штатами числится примерно 26% ВНП, и остальное там 30% можно отнести к развивающимся странам. Сегодня можно сказать, что Евросоюз производит больше, чем Соединенные Штаты, более в этом смысле богатый регион, больше людей живут в Союзе, нежели чем в Соединенных Штатах. Европа все еще является центром не только культуры в общем, но и науки. Хотя в среднем Евросоюз или страны Союза тратят значительно меньше, чем Соединенные Штаты, на научные исследования. В Европе в районе 2% от ВНП, немножко меньше 1% через государственные каналы, остальное через предприятия.
А в Америке там недалеко от 3%. Уже не говоря о Японии, там больше 3%. Есть, конечно, не хочу скрывать, что есть отдельные европейские страны, как Швеция, которые тратят 3,5% от ВВП на науку, но это не меняет общую картину. Но, конечно, все еще Европа является сильным игроком. Главным образом, конечно, Великобритания, Германия и Франция в этом порядке. Вот Италия, например, очень отстает от общего развития. Если взять порядок самых важных университетов, 10 самых важных университетов в мире, то в Европе только их 3. Остальные американские университеты. Эти 3 – это Оксфорд, это Кембридж, это ETH, Eidgenössische Technische Hochschule в Цюрихе. Вот. Но Европа или ЕС, скорее, она все еще, конечно, характеризуется очень большим разнообразием разных стран, культур. С одной стороны, очень высоко развитые западноевропейские страны. Ну, не буду говорить о Швеции, но Дании, например, соседней. И с одной стороны, с другой стороны, новые члены, только что вступившие в Союз, как Румыния, Болгария, Хорватия, сейчас вступит Сербия, им придется много работать, чтобы довести свои экономики до среднеевропейского. Но это общие такие даты, чтобы напомнить вам, о чем мы говорим с вами. Что касается прогнозов вот на этот год, на 2013 год, то можно отметить, что сейчас наблюдается довольно глубокий кризис. Намечается даже спад ВВП, небольшой, но все же. Ну, в лучшем случае застой. Во всяком случае, самый низкий прирост за 20 лет. И здесь разные причины привели бы к этой ситуации. Во-первых, финансовый кризис, который начался в Америке в 2007 году. Но Америка сейчас вот все же показывает много сигналов о том, что они выбираются из этого кризиса. Они освоили или снизили долю долгов в экономике. А в Евросоюзе это является проблемой каждого дня, надо сказать. Недоверие рынков к правительствам, которые накопили очень высокие уровни долгов. Здесь бюджетное положение многих стран и к тому еще структурные слабости этих экономик. Население – это проблема, которую ЕС разделяет с Россией. Демография развивается неблагополучно, то есть население стареет, и квота между теми, которые должны финансировать остальную часть населения, она ухудшается. Производительность общая и труда развивается очень медленно. Разные рынки труда, товаров и других, даже финансовых рынков, которые довольно интегрированы, они отстают, что касается разных показателей по сравнению с например, с Соединенными Штатами. Это вот низкий уровень ВВП, конечно, приводит к
высокая безработица, низкая занятость, в особенности женской части населения, что ярко отличает Северную Европу, в особенности Скандинавию, от Южной католической Европы. И дело в том, что этот медленный рост или развитие производства, он усугубляет финансовый кризис. Это же механизм очень простой. Когда растет безработица, то и растут расходы на социальное обеспечение и снижаются налоговые доходы. Так что перед руководителями ЕС стоит вам в России хорошо известный вопрос: что делать? Что делать? Советы экономистов – это устранять разные преграды для прироста. Во-первых, завершить уже решенную программу по осуществлению внутреннего рынка свободного. Я назвал эти четыре свободы, где наблюдается много разных национальных правил регулирования, которые фактически являются препятствием для развития внутренней торговли в рамках ЕС. И вообще целый ряд решений, которые были приняты в Совете министров через комиссию в виде директив и так далее, они слабо или не внедряются. В особенности это касается сферы услуг, то есть торговли услугами между разными европейскими странами. И здесь тоже роль играют разницы в налогообложении, в правилах для корпоративного управления. И все это в совокупности приводит к низкой географической мобильности между странами. Например, в Америке, хорошо ли это, плохо, но когда, например, в одном штате там спрос на их производство снижается, то люди могут поехать в другой штат, где конъюнктура лучше. Это наблюдается во всей истории Соединенных Штатов. А, например, в Германии, хотя там вообще-то сравнительно хорошо сейчас развиваются дела, там мобильность очень низка, и мобильность выравнивания давления спроса и предложения между разными лендер осуществляют турки. То есть баварцы, они в Саксонию не хотят, не желают перемещаться. Ну, конечно, из Восточной Германии многие переехали после воссоединения, но вообще-то подвижность людей низка. Я помню, когда лет 15 тому назад, по-моему, в Голландии был перегрев рынка труда. В соседней Нордвестфален, в одном из земель Германии, там была высокая безработица. Я спросил одного из видных немецких экономистов: наверное, многие немцы, они могут уже, это недалеко, на машине съездить туда и поработать. Как это имеет место, например, в Швеции или даже между Швецией и Норвегией, Швецией и Финляндией? Нет, он сказал, они там, в Голландии, нас не хотят видеть. Ну, это история еще сказывается. Но многое другое препятствует более динамическому развитию страны. Все еще не проведены или воплощены в жизнь по-настоящему правила, что касается государственных закупок, которые должны быть открыты для всех стран
поставщиков из всех стран ЕС, ну и так далее. В связи с этими, вот, что надо делать, поднимается ли тоже необходимость реформировать рынок труда, где видно, что в разных странах рынок труда работает очень по-разному. Некоторые эффективно, некоторые неэффективно. Там можно многое изменить, что сейчас требуют от греков, итальянцев, испанцев и португальцев, например. В некоторых странах образование или подготовка рабочей силы не соответствует требованиям современной экономики и глобализации. Вот. Потом миграционная политика в ЕС, она под очень серьезным натиском. С одной стороны, иммигранты, ну, беженцы из Африки, из Среднего Востока, Ближнего Востока, разными мерами стараются придерживать этот поток рабочей силы. С другой стороны, я же упомянул, демография очень неблагоприятная. Вообще эти рабочие руки нужны для ЕС. Так что здесь получается очень, как бы, нерешительный подход. И в связи с высокой безработицей возникают печально известные тенденции расизма, ксенофобии и так далее. Это элементарно. Это же история, к сожалению, вот нам показала в Германии в 28-29 году в Швеции издали энциклопедию. Там маленькая статейка о Гитлере, какой-то такой странный тип и совершенно незначительная партия у него. Вот, 3-4 года позже, ну, вы знаете, что случилось. Вот, и мы наблюдаем эти проблемы, в особенности во Франции, сейчас в Италии, в Греции тоже. В ситуации, где вообще надо было бы радоваться, что люди хотят приехать работать, здесь, значит, идет координация пограничных служб и так далее, чтобы их остановить там у себя. И даже вот были эти пресловутые сделки с Каддафи, чтобы он не выпускал этих беженцев в Италии и так далее. Ну и к тому, вдобавок, чтобы дополнить эту прекрасную картину, распределение доходов и состояние ухудшается. Ну, это смотря как, конечно, если вы желаете более ровное распределение, конечно, оно ухудшается. Между странами оно сужается, потому что идет более быстрые темпы прироста в новых, в новейших странах членов ЕС. Но внутри стран идет расширение гаммы доходов довольно сильно во всех странах, даже вот в Скандинавии, которая характеризуется, как сказать, более продвинутой уравниновкой. Вот, так что прогнозы довольно удручающие. Во всяком случае, даже при избежании углубления финансового кризиса, то я вернусь сейчас к еврозоне, то прогнозы показывают на довольно низкие темпы прироста. В лучшем случае там на уровне 2% в год. Вот. Ну, в ЕС, конечно, все это не тайна для комиссии, Еврокомиссии, для Совета министров и так далее. Очередной раз решили программу, десятилетнюю программу, десятилетку такую,
И раньше был план Лиссабона, который должен был в 2010 году довести ЕС на позиции самой конкурентоспособной экономики мира. Но от этого очень мало было выполнено. Теперь новый план, значит, Евросоюз 2020, в 2020 году. И там по разным, 5 разным показателям, занятость, сколько тратится на науку, на технику, как развивается система образования, сколько бедных в населении, например, их надо снизить от 116 миллионов, ну, примерно 20%, которые рискуют попасть под чертой бедности, снизить это до 96 миллионов. Все же довольно высокая цифра. Ну, это такие обещания, посмотрим, поживем, посмотрим, так скорее сказать. И если принять в учет опыт Лиссабонской стратегии, то можно быть, относиться довольно скептически. Теперь постараюсь коротко сказать насчет пару слов о еврокризисе. Ну, вы знаете, с самого начала в планах на Евросоюз там был, конечно, и момент, чтобы объединить Европу с одной валютой. Это не продвигалось, это дело, до, можно сказать, 1989 года. Вдруг, и благодаря советскому тогдашнему руководству, стена в Берлине рухнула, Германия стояла перед воссоединением. Если подумать, ну, совершенно абсурдно. Миттеран, он очень был озабочен этим. Не радовался, а исходя из этих французских представлений о 1870-1940 году, значит, ставил как условие для воссоединения, значит, установление единой валюты. У них в Париже была такая идея, что вот это против величия Франции, что процентные ставки устанавливаются в Франкфурте, а не в Париже. Так что, да, единый банк, одна валюта, естественно, француз во главе этого банка. Немцы согласились на это, и Коль был за. У Коля было представление, что надо бороться за то, чтобы Германия стала европейской, а не наоборот Европа немецкой. И он был за тоже. Немцы были против. Они любили, любят, тоскуют по своему Д-марк, который установил вот именно стабильность экономическую. Но согласились на это под условием, что этот банк будет работать примерно как Бундесбанк. Европейский центральный банк будет действовать как Бундесбанк. И тоже очень главный пункт, который сейчас возвращается как месть. Они потребовали, и немецкие политики обещали, что это никогда не будет союзом, денежным союзом для трансфертов из одной страны в другую. И для этого установили эти критерии для бюджетов: максимум минус 3% от ВНП для государственного бюджета и максимум 60% от ВНП в виде государственных долгов. Ну, в 97 году эта система начала действовать, и обещали, значит, разные преимущества, конечно, или выгоды от этого. Ясность цен, будет очень легко сравнивать цены между разными странами.
стабильность цен, потому что не будет инфляции. Этот Центробанк будет работать как Бундесбанк, значит, главный враг – это инфляция. ВНП, производство повысится из-за экспансии или развития торговли. И главное, здесь будет начат процесс конвергенции, то есть экономики будут сближаться. Тогда, когда эта система была запущена, многие видные экономисты, главным образом из англосаксонских стран, высказывали очень серьезные сомнения в жизнеспособности этой системы. Ну, очень просто было сравнивать с Соединенными Штатами. Это тоже экономический союз, там одна валюта. Однако же, что там творится? Там автоматические бюджетно-финансовые стабилизаторы. То есть, когда Массачусетс, там уровень спроса на их производство и услуги падает, то на следующий день меньше налогов платится Вашингтон, и больше пособий идет из Вашингтона, без всяких заседаний министров днем или ночью, или утром. Это автоматически стабилизирует именно этот регион. Во-вторых, как я сказал, там подвижность рабочей силы совершенно отличается от европейской, и к тому еще гибкость как цен, так и зарплат совершенно иная, чем в Европе. И ну, теперь можно посмотреть, какие результаты. Да, цены можно было сравнивать, но они остается факт, что они уровни разных цен довольно сильно различаются в рамках еврозоны, все еще. Это объясняется местными монополиями и вот этими преградами, о которых я говорил. Стабильность, я здесь записал, вот вопросительный знак. Вот мы видим финансовый кризис, который вызван тем, как работает система. Я вернусь к этому. Ну и прирост тоже за прошедшие эти годы ниже, чем до введения общей валюты. И за последние 5 лет наблюдается довольно сильное увеличение разниц между, например, Германией, с одной стороны, и Италией. В Италии почти застой в среднем за последние 10 лет. И какие механизмы здесь были задействованы в том, чтобы создать эту ситуацию, где банки не доверяют государствам, банки не доверяют друг другу, и у государства или у правительства мало возможности увеличивать расходы, потому что у них уже высокие уровни долгов. Во-первых, бюджетная политика в некоторых странах, ну, известно каких, это Южная Европа, Греция, Португалия, тоже Ирландия, но не Испания. Испания проводила бюджетную политику более как бы сдержанную, чем Германия сама. Я бы сказал, второй механизм здесь сыграл очень важную роль. Это одна номинальная ставка, которая, умножая ее на разные уровни инфляции в разных странах, действует проциклически. То есть, когда у вас идет бурная экономическая деятельность, как в Испании, например, тогда инфляция, естественно, местная поднимается. Но при одной номинальной ставке это превращается в отрицательную ставку за суды, за займы. То есть вам платят фактически за то, что вы
берете деньги из банка и вкладываете в что-нибудь такое перспективное, как недвижимость. То есть это совместная ставка во Франкфурте, она работает проциклически, нагревает уже то, что слишком горячо, и в обратном режиме охлаждает то, что уже холодно. Потому что если низкая инфляция, то при той же номинальной ставке получаются довольно высокие процентные ставки, что охлаждает и спрос в экономике. Ну и ввиду вот разниц развития ВНП и спроса в этих странах, то и инфляции, то относительная стоимость за производимую единицу производства, так называемая relative unit labor cost, в этих южных странах, они повысились серьезно, примерно на 30% по сравнению с немецким уровнем. А в Германии после трудного периода воссоединения страны, там был такой консенсус с профсоюзами о том, чтобы проводить очень осторожную политику, что касается зарплат. И поскольку производительность труда повышалась, то фактически расходы на единицу производства в Германии падало. И это увеличивало уже сильную конкурентоспособность немецкой экономики. И вот это объясняет этот разрыв. Ну, конечно, тоже, вот, например, ну, Греция это конечно, особенный случай. Но мы в других, в Италии тоже, все думали, что за евро стоит Германия. И поэтому они, значит, радостно брали займы из банков, с населения, со всех. И поэтому не корректировали свою бюджетную политику и наращивали свои государственные долги до уровней вот 160% от ВНП в Греции, 120% в Италии. Но это очень важно, что это не только правительство здесь провинились, но и частный сектор. Если взять, например, Францию, то там, если частный сектор в 2000 году в общей сложности долги в экономике составляли 243%, то в 2010 году это повысилось до 321%, то есть на 50%. В Германии тоже повысилось, но очень незначительно. В Италии от 252 до 310. Но и одновременно как бы платежеспособность экономики совершенно не увеличивалась. То есть долги увеличились, а ваши... Ну, это вы можете сами себе представить. Вы берете займы в банке, а ваши доходы не увеличиваются. Как вы будете справляться с этими платежами в банк? Ну, и в Испании в особенности. Там тоже общие долги в экономике повысились до 355% от ВНП, в то время как государственный долг, он совершенно не изменился, потому что они проводили осторожную бюджетную политику. Но все же они тоже попали в эту ловушку. И теперь политики стояли перед выбором. Либо не финансировать или рефинансировать эти долги, и это привело бы к краху еврозоны как таковой. Либо как-то вот наладить дело. И я умекнул, что я считаю, что они слишком долго
не могли различить между двумя элементарными понятиями – ликвидность и солидность, или как бы платежеспособность данной экономики. Думали, что это вопрос ликвидности. Значит, давали новые деньги, но это не меняло ничего в реалиях греческой экономики. И в конце концов пришлось, это очень довольно новое явление, коллеги в Евросоюзе более-менее назначили новых премьеров и в Греции, и в Италии, чтобы навести порядок. Потому что логика была простая. Либо вы это сделаете, либо мы вам денег не будем давать. Вот. Другое – это ну, целый год почти в прошлом году. Они делали новые пакеты этих ликвидности, пакет за пакетом. Ничего. Но каждый раз, день после такой встречи, финансовые рынки думают, ах, вот, теперь они что-то сделали. Проходит еще два дня, и вижу, что это там ничего такого реального нет. И мы в конце концов заставили греков списать эти долги частные. И одновременно Европейский банк начал массивно давать займы или деньги частным банкам с процентной ставкой 1%. За эти деньги они, банки, могут купить эти рыхлые государственные бумаги, с которых они получают там по 5, 6, 7%. Все это, конечно, для того, чтобы укрепить собственный капитал больших европейских банков. Это тоже метод, чтобы прямо немцам не сказать, что вот мы, к сожалению, вас обманули, придется платить, а через Евробанк, который не может по своему уставу финансировать государство, то есть правительство и государственные бумаги, но они финансируют частные банки, которые финансируют государство. И в конце концов, если там кто-то не может заплатить, в конце концов, то это все попадет на счет Евробанка, то есть на налогоплательщиков Евросоюза и в том числе и, естественно, немецких налогоплательщиков. И здесь, конечно, вопрос, который не очень много обсуждается, но это явно противоположные интересы налогоплательщиков и акционеров банков. Если эти банки рухнули бы, то, конечно, весь капитал, который в них вложили акционеры, он сгорел бы. Но эти банки настолько велики, что правительство они не решаются идти на этот вариант, потому что тогда предвидится такая спираль депрессии во всей экономике, поскольку банки, естественно, новых кредитов не будут предоставлять. Также поступили американцы, то есть косвенно поддерживали банки. У нас в Швеции, у нас был очень серьезный кризис в начале 90-х годов. Там подход был более, как сказать, приятен, благоприятен для налогоплательщиков. Там эти нуждающие банки, с ними велись следующий разговор со стороны правительства и консенсуса среди партий. То есть сколько еще нового свежего капитала вы сами готовы вложить в ваш банк, чтобы его консолидировать? Это первый вопрос. Сколько ваши друзья хотят вложить в ваш банк? Третий вопрос. Где ключи? То есть национализация. Вот так и сделалось. Эти банки, они потом были, касается, в
опекались государством, а потом, после нескольких лет, когда уже конъюнктура поднялась, и эти акции были проданы, и даже с какой-то прибылью для налогоплательщиков. Но такой подход, например, в Вашингтоне считается социализмом. Так что шведские эксперты почти не допускались в Конгресс, чтобы поделиться своим опытом. Вот. Ну, сейчас в начале года, как вы, наверное, читали, договорились о новом пакте, the compact, насчет бюджета, принципы для более строгой бюджетной политики. Опять повторили те же принципы, которые были изначально, то есть не больше 3% ВНП как дефицит бюджета в данный какой-то год и не больше 60% в виде долгов. Но к тому еще теперь новый порядок принятия разных штрафов в отношении тех государств, стран, которые не выполняют эти критерии. Один нобелевский лауреат по экономике назвал этот пакт как suicide pact, то есть пакт самоубийства. Суть в нем состоит в том, что когда у вас очень худо все идет, то надо зажимать еще, то есть углублять кризис. Ну, посмотрим, как этот пакт будет исполняться, это еще неизвестно. Но как прогноз, мой прогноз, это естественно, что еврозона сохранится, может быть, без Греции, там, может быть, еще какой-то страны, она сохранится, но перед нами стоит длительный процесс стремления увеличить конкурентоспособность. Поскольку страны внутри зоны не могут девальвировать свои валюты, то им надо постепенно снижать в номинальном измерении зарплаты, цены, чтобы поднять конкурентоспособность. Это длительный процесс низкого спроса, высокой безработицы, что в свою очередь, конечно, не особенно благоприятно для капиталовложений. Это, если взять интеграль такого процесса, это длительный и трудный процесс. Но здесь вложено столько престижа, что я думаю, что так оно будет и в ближайшие 10 лет или 5-10 лет. Можно сказать, что это такая своего рода греческая трагедия, потому что здесь было какое-то такое высокомерие. Мы установим вот эту валюту, и это все будет хорошо. И мы будем самыми конкурентоспособными в мире. А строилось это не на солидной основе. И теперь вместо дружбы народов мы наблюдаем, что немцы ругают греков, что они ленивые, не работают, хотя число рабочих часов в год больше в Греции, чем в Германии. Эффективность – это другое дело. Греки, соответственно, не очень радуются немецкому, как сказать, директорату. Вообще разные трения внутри этой конструкции. И Германия, многие немцы считают, что им постоянно приходится платить за этих бездельников. С другой стороны, немецкая экономика, вообще в особенности экспортный сектор, очень-очень выиграл от того, что курс евро
для той экономики значительно ниже того, чтобы, если убрать эти слабые страны из еврозоны, то евро сразу же повысилось в отношении к другим валютам, и поэтому здесь Германия выигрывает. И можно себе, если так уж заниматься моралью, сказать, а эти банки, которые финансировали эти капиталовложения в недвижимость в Испании, в Италии, в Греции, они в каких странах находятся? Ответ: в Германии и во Франции. Вот те, которые сейчас выступают за стабильность. И вдобавок надо напомнить о том, что первые, которые попрали эти лимиты, это были Германия и Франция. Потому что в 90-х годах Германии было значительно важнее совершить воссоединение Германии, чем какие-то там бумажки в Брюсселе. Вот. Ну, теперь в окончании коротко о перспективах. Люди смотрят далеко в будущее, в особенности те, которые делают капиталовложения в разных регионах. И явно, что Европа относительно отстает. Это и действительно для Америки. И есть разные расчеты, по которым эти семь главных развивающихся стран, ну, главным образом Китай, Индия и так далее, они могут обойти семерку уже в 2020 году. Но это один расчет. Другой расчет, который принимает, строится на рыночных ценах, не на ценах по платежеспособности, а на рыночных. Эта дата, там по этому расчету, это в 40-м году только. Но явно, что Европа в особенности, ее роль будет важна из-за культуры, науки и так далее, но относительно сейчас идет довольно бурное, как сказать, изменение ролей в мировой экономике. И эти расчеты, они строятся на росте населения, на так называемом гуманном капитале, то есть уровне образования, на капиталовложениях в реальные виды капитала и развитие общего производительности всех факторов производства, то есть внедрение новейшей технологии и так далее. Вот. Ну, по этим расчетам там Россия тоже быстрее развивается, чем сейчас Евросоюз. В этих расчетах, прогнозах там считается с нынешним темпом примерно 4%. Конечно, Россия могла бы расти значительно быстрее, если проводились бы целый ряд комплекс реформ. Но это другое дело. Вот. Но это то, что предвидится. Так что вот такая картина. Но что касается Западной Европы, то или вообще Европы, это относится к вам тоже, вспоминается высказывание одного датского политика в начале, по-моему, 80-х годов. Мы все едем в скором поезде, который едет прямо в пропасть, но мы едем в мягком вагоне. Спасибо за внимание. Давайте, коллеги, по три вопроса будем собирать. Так. Михаил, давайте, начинайте. Михаил Кириллов, Ульяновск. Вопрос скорее не из области экономики, а из области связи экономики с гражданским сектором. Насколько сильны в Европе антиглобалистские настроения? Насколько те организации, которые представляют эту идею, реально могут повлиять на экономику? И, то есть, были ли такие прецеденты, и насколько у них есть инструменты? И
дополнение к вопросу, а существуют ли какие-то гражданские образования вообще за глобализацию, к примеру, если существуют против? Спасибо. Станимир, пожалуйста, Болгария. Господин Сума, Станимир Кайтаски, Болгария, спасибо для интересной лекции. У меня такой вопрос по поводу Балканов. Я не знаю, давайте посмотреть политические последствия о том, что случается в Греции. Я имею в виду, что Греция это было самое развитое государство в регионе, и она служила как пример страна, которая с присоединением Европейского Союза выиграла. Регион очень бедный, там скоро были очень серьезные проблемы в Югославии, они еще не решены политические. Если посмотрим прошлое Балканов, как вы будете прокомментировать будущее этот регион? Останет ли он самый бедный и регион донора, остальная часть Европейского Союза? Спасибо. Коллега напротив меня, прошу. Да. День добрый. Максим Михайлов, Калининград, Кёнигсберг. Одним из вариантов дальнейшего развития отношений между Европой и Россией является общее экономическое пространство, интеграция. В связи с этим, насколько возможным считаете вы вариант, который в частности был предложен Прохоровым, постепенного вхождения России в европейское экономическое пространство путем сначала отправки туда Калининградской области, с введением в этом конкретном регионе европейских стандартов, требований, регламентов. Как вы считаете, насколько Евросоюз готов к этому процессу? Я просто хочу сказать для тех, кто не очень знает Калининград, что в ряде политических вопросов, в ряде вопросов транзита Евросоюз, благодаря Польше, Литве, северным странам, идет на некоторые необычные схемы взаимодействия с Россией. Спасибо. Коллеги, все, слушаем ответы. Да, пожалуйста. Да, насчет гражданских движений в экономике, антиглобалисты или проглобалисты. Мое впечатление, что антиглобалисты были значительно более видны, их слышны несколько лет тому назад, до кризиса, до 2007 года. Вообще такие стремления, тенденции, они часто появляются, когда корабль плывет с попутным ветром. То есть все хорошо, тогда можно думать разные думы. А когда сейчас поднимается безработица или она застывает на высоком уровне, когда общий кризис или чувство кризиса, то они мало слышны. И проглобальные, конечно, это выступают промышленность, все предприниматели более или менее, которые видят, конечно, всю выгоду от свободной торговли и от глобализации, которые надо напомнить о том, что, ну, конечно, надо включить в картину, чтобы не делать ее идиллической, вот эти вакханалии в финансовых рынках американских и других. Но, в общем-то, глобализация за последние 20 лет подняла жизненный уровень минимум миллиарда людей вокруг света. Так что я не вижу. Я вижу скорее угрозу от протекционизма. Вот эта безработица, сейчас можно смотреть, что творится во Франции. Саркози, вообще он-то, конечно, очень подвижной человек, как-то занимает очень много позиций, но вот последнее, да, сначала в предвыборной кампании был же договор, чтобы Меркель приехала и тоже участвовала в кампании за него. Потом почему-то это оказалось не очень востребовано. А теперь он, значит, выступает за разные ограничения миграции, за справедливую торговлю и так далее. Вот такие вот сигналы явно протекционистского лада. И
потом уже есть значительно более отвратительные стремления, ну просто расизм и так далее, которые вот строятся на сопротивление против свободной торговли и глобализации. Так что скорее от молодых энтузиастов и идеалистов я вижу опасность вот, протекционизма. Насчет Балканов я мало разбирам, но все зависит от того, что такое вот простое изречение. Сегодня первый день остальной части нашей жизни. То есть что вы сами будете делать? Ну, Греция, она очень много получила трансфертов, капиталовложений. Ну, просто дарили ей дороги, инфраструктуру и так далее. Но это все вкладывалось в архаическую структуру, довольно коррумпированную и так далее. Что будет с Сербией, с Хорватией и так далее? У меня ответ довольно такой простаковый. Я когда раньше читал лекции о теории роста, прирост, теории и практике экономического роста, то, конечно, образование это совершенно решающая роль играет. Можно посмотреть Танзанию и Южную Корею в 1946 году. Там 100 долларов на душу населения. Вот. Ну, в Танзании все еще там на том же уровне. Ну, а Южной Корее не надо говорить. Здесь сидят люди с этими айпадами корейскими и так далее. Что касается приближения России или вступления в Россию в более тесную интеграцию с Евросоюзом. Я, конечно, как швед, мы как же, так же, как и англичане, мы за свободную торговлю почти всегда и во всех случаях. Сами мы на этом хорошо, как сказать, живем и желаем другим, сколько можно свободной торговли. С другой стороны, наблюдается, что сейчас, наверное, снизится, но со стороны Евросоюза принимаются разные ограничения в отношении российской торговли. Это визовый режим дурацкий, можно было бы отменить, например. Насчет специальных правил для Калининграда я сказать не могу, но там тоже, наверное, сказывается, как правила будут воплощаться в Калининграде, уровень соблюдения законов и так далее. Я знаю только такой интересный пример. Северные страны, скандинавские, они и есть очень заинтересованы в том, чтобы не только в Польше, но и в прибалтийских странах, но и в Калининграде были установлены нормальные системы для очистки сточных вод. Этот вопрос, я думаю, обсуждался и лет 15, если не 20. Деньги есть, все ждет, ничего не получается. Сейчас кто-то сказал, я не знаю, правильно ли это, что кто-то из жен первых лиц с происхождением из Калининграда начал интересоваться этим, и дело пошло. Вот. Но если в Калининграде будут выполнять все условия, то, наверное, можно будет устроить такой специальный режим, я не знаю. Но я вообще-то не за специальный режим, а за универсальный и свободный режим. Так, еще одну серию. Леонид, пожалуйста, Леонид Исаев. Да, Леонид Исаев, Высшая школа экономики. У меня такой вопрос. Значит, недавно состоялся саммит БРИКС в Дели, и этот саммит вызвал, ну, по крайней мере, среди части европейских специалистов и экспертов в области экономики определенные опасения,
Ну, в частности, были они связаны в большей степени с намерением стран БРИКС создать совместный банк со всеми вытекающими из этого последствиями, ввиду чего многие европейские эксперты озадачились вот этой вот российско-китайской, так называемой российско-китайской осью в БРИКС, озадачились тем, что влияние российской философии в БРИКС поворачивает эти страны в сторону соперничества прежде всего со странами Западной Европы и Соединенных Штатов Америки. Ну и, соответственно, звучали тезисы о том, что необходимо, в принципе, укоренить в большей степени взаимоотношения Российской Федерации с Европой, дабы это не привело к новому философии нового интернационализма со стороны Москвы. Вот как вы оцениваете эти опасения со стороны ряда европейских экспертов? Спасибо. Так, коллега, второй ряд, прошу. Михаил Калют, Калужская область. Поскольку идет в последнее время недовольство трудолюбивых немцев на проблемы других вот стран Евросоюза, и многие еще недовольны миграцией, которая вот идет нелегальная, тут шенгенская зона. Скажите, пожалуйста, какие перспективы дальнейшие развития внутри Евросоюза? И может быть он вообще перестанет существовать в таком виде, в котором он есть? Еще один вопрос давайте примем. Давайте, Маша, вы давно не задавали вопросы. Шейкова Мария, Самара. Совсем недавно был создан такой прецедент, когда за нарушение некоторых политических норм к одной из стран Евросоюза были применены экономические санкции. Я сейчас говорю про случай с Венгрией. А как вы считаете, не создает ли это достаточно такой опасной ситуации, когда фактически более развитые экономические страны, они получают некий такой инструмент влияния на другие страны, менее развитые? И вообще как-то можете прокомментировать эту ситуацию? Коллеги, пока все. Если успеем, будет еще серия. Ну, я не успел знакомиться с целями этого БРИК-банка. Ну, там, конечно, я не вижу, чтобы были особенно опасения, что Россия как-то повлияет на Китай. На Китай, наверное, трудно кому-либо повлиять, даже великой России. Вот. Если взять, сопоставить цифры экономические, то российская экономика составляет 1/10 часть Евросоюза, или экономики Евросоюза. Да, есть резервы. И да, трагикомически, когда представители этой сильной Европы, конкурентоспособны, едут в Пекин, чтобы получить экономическую помощь, то есть финансовую помощь, когда зона в целом-то, у нее нет дефицита текущего. Это же богатая зона. Этот кризис довел политиков до таких крайностей. Ну, китайцы сказали, ну, посмотрим, что у вас там творится. Вот. Если они объединились, БРИК. Там есть, конечно, серьезные основы. Это в том, что как Валютный фонд, так и Мировой банк, там распределение голосов все еще отражает вчерашние реалии. То есть Соединенных Штатов, уже не говоря о Европе, значительно большее влияние, нежели чем у вот, например, Китая, Индии и так далее. Это рано-поздно надо будет пересмотреть. Если этот банк поможет решению вот этого кризиса, то тем лучше. Но как я не вижу, чтобы Россия могла
так решительно повлиять на про или антиевропейскую какую-то линию. А что касается интеграции России, то, как я раньше сказал, тем лучше, тем больше, чем лучше. Что касается внутреннего развития в ЕС, это я считаю, очень важный вопрос. И он, ответ на него трудно дать, потому что элита, которая во что бы то ни стало избегает референдума, чтобы спросить народ о том, разумные ли, хотите ли этого шага или нет, потому что референдумы всегда, не всегда, но в многих случаях они отрицательно отзываются на их инициативы. И поэтому все решается на уровне парламентов. И я бы сказал, немножко чувство вот коллектива, из него выступать неприятно, в холод так. Но и тоже можно отметить, что когда созвали эту конвенцию для того, что потом стало Лиссабонской конституцией, то есть потом отменили конституцию, но суть одна и та же, то когда созывали эту конвенцию, то задача была перенести разные функции и власть с центра обратно на уровень стран. А получилось наоборот. Увеличение компетенции уровня Евросоюза. И насколько это популярно, это открытый вопрос. Вообще явка на эти евро или выборы в Европарламент рекордно низка, под 50% в большинстве стран. Так что как это будет продвигаться в первую очередь в Германии, конечно, которая сейчас действует как бы банкиром всего этого, и тоже во Франции, я бы сказал. Англия всегда немножко отдельно стоит, и там тоже оживленная дискуссия, хотя решающие группировки, конечно, за продвижение процесса. Даже Кэмерон советовал своим коллегам, чтобы они быстрее и решительно действовали, что касается этого последнего пакта. Что насчет экономических санкций, я не совсем уловил точность, суть вопроса. Да, экономические санкции применяются, вот, например, в отношении Ирана, в отношении, я не знаю, экономические, но другие санкции, в отношении Беларуси и еще, извините, санкции, они будут вытекать из этого пакта, то есть тот, который будет нарушать эти границы, 0,5 и 3%, они будут подвергаться санкциям. Вот. И решать это или предлагать решение будет комиссия. Наверное, это еврогруппа, которая показала себя, я считаю, малокомпетентной. Так что это будет интересно. Так, Алексей, прошу. Хотелось бы поблагодарить докладчика за интересную сессию. В мейнстриме названия «Европа и мир. Экономические перспективы» пара вопросов. Скажите, на ваш взгляд, смогут ли США расплатиться со своим госдолгом? Если да, то хотелось бы услышать ваше мнение о сроках. Извините, мне надо будет наушники надеть, чтобы услышать точно. Сейчас. Окей. И тогда уж себя назовите, Алексей. Русский перевод. Еще раз? Фамилию свою назовите. Окей. Алексей Сокольский, Красноярск. Секунду. Немножко медленнее и ближе к микрофону. Хорошо. Алексей Сокольский, Красноярск. В мейнстриме вашего доклада хотелось задать пару вопросов. Смогут ли США расплатиться со своим госдолгом? Если да, то хотелось бы понять ваше мнение о сроках.
И второе, хотелось бы понять перспективу мирового правительства, потому что вот ЕС – это уже все-таки объединение правительства над несколькими странами. Возможно ли такое на расширение на весь остальной мир? Лукерия, Украина, прошу. Спасибо. Иван Лукерия, Украина. Вот не могу не спросить по поводу Восточной Европы. Ну, вступление в ЕС – это, скажем, не только выполнение там всех формальных показателей, а более того, это политическая воля, ну, что, как иллюстрирует там вступление Румынии и так далее. Вот как вы можете прокомментировать перспективы сотрудничества со странами Восточной Европы, я не имею в виду сейчас Россию, а вот стран-членов Восточного партнерства, и в частности вот процессы по поводу Украины. Спасибо. Прошу, дать вам слово. Да. Смушкевич Людмила, Магнитогорск. Я хотела бы задать вопрос по поводу демографической политики в странах Евросоюза. То есть отмечалось, что низкая рождаемость, отсюда недостаток трудовых ресурсов. Вот у меня вопрос. А какие конкретные меры по увеличению рождаемости планирует правительство, на ближайшее время? И хотелось бы уточнить, понятно, что это может быть рост населения за счет выходцев Ближнего Востока, то есть, а вот конкретно европейского населения. Вот наше государство, в общем-то, проводит эффективную политику. Мы уже заметили, что материнский капитал позволил нам несколько, продвинуться в этом вопросе. Вот страны Евросоюза, какие меры? Спасибо. Коллеги, пока все. Все. Значит, отвечаю. Да. Насчет Америки, то я, конечно, не в состоянии сказать, когда они смогут решить свою проблему с долгом. Вообще-то очень просто. У них же смешные низкие налоги на бензин. Там несколько таких пунктов, повысить налоги на такие вещи, и это покроет значительную часть дефицита бюджета, и тем самым можно снизить долг в отношении к ВНП. Но здесь дефицит не возможности, а желания, политической воли. И в этом деле, это, наверное, важно будет, кто будет избран президентом, например, или на следующих выборах. Если они постепенно поймут положение в мире, очень, очень такой факт интересный, что большинство членов Конгресса, у них нет паспорта. То есть они не были за границей. Несмотря на то, что это супер-сверхдержава, они не пользовались своими возможностями посмотреть остальной мир. Но это длинная история, но это все будет зависеть от того, кто будет, то есть красные или синие, как там говорится. Красные – это самые консерваторы. Там наоборот, значит, а синие это демократы. И вот. Насчет мирового правительства я не думаю, что это реально. То, что все же надвигается, это какая-то реформа ООНа, например, Индия и роль разных стран больших, Бразилии и так далее, остаются в Совете Безопасности те, которые победили во Второй мировой войне. Так что реформы ООН – это первый такой более конкретный шаг, я бы. Так, насчет восточноевропейских стран, за исключением России, то это тоже будет зависеть от их желания. Нет, здесь две стороны. Как говорится по-английски, takes two for tango. Для того, чтобы танцевать танго, надо двух человек. Значит, во-первых, конечно,
стремлении реформировать свои экономики, государства вообще, общество в этих странах. С другой стороны, конечно, желание стран Евросоюза расширять Евросоюз еще, ну, надо быть, к сожалению, очень реалистичным. В данный момент аппетит совершенно отсутствует. Совершенно отсутствует. Например, между Швецией и Францией очень много общих позиций в политике, но один пункт совершенно очень раздражает французов, это за то, что шведское правительство решительно выступает за вступление Турции в Евросоюз. Когда они выполнят все критерии, то почему же нет? С Украиной была такая оттепель, легкая романтика, я бы сказал, но в свете того, что сейчас делается в Украине, маловероятно, что будут сдвиги такие. Есть же инициатива, «Восточное партнерство». Я не знаю, я больших результатов там не видел, к сожалению. Что насчет географии, Еврокомиссия изучила опыт скандинавских стран. И, пособие по не только материнству, но и по родительству, и матери, и отцу. Расширение сети детских яселей, детских садов, чтобы сделать возможным для матерей выходить раньше на рабочий, на трудовой рынок. Но там это конечно, сложный процесс. Мы знаем рецепт, но это надо проводить довольно долго, и потом к тому еще. Если вы говорите о странах, как в Италии, где женщины уже отказываются. Там, как сказать, процесс вытрезвления мужей идет медленно, если так выразиться, что касается распределения работы в хозяйстве и так далее, или работа с детьми, уходом за детьми. Так что это, во всяком случае, даже если будут предприняты разные шаги, сейчас они предпринимаются, например, в Германии. В Германии сейчас там какой-то политический спор, где эти христианские демократы против того, что предлагает Меркель, то есть ЦДУ, и с поддержкой, естественно, социал-демократов. В этом направлении. Но эти католики считают это слишком угрожающим для семьи. Вот. Коллеги, завершая эту сессию, я хочу вам сказать, что Михаил Сульман не только член совета директоров школы, это человек, который вносит огромный вклад в работу школы с самого ее основания, фактически. И благодаря в первую очередь его заслугам, я понимаю. Юр, я так не могу говорить, когда ты мне говоришь на ухо. Благодаря именно заслугам нашего уважаемого спикера, например, школа очень плодотворна и давно работает с нашими шведскими партнерами. Семинары, которые проходят в Швеции, чрезвычайно интересное событие. Это, наверное, одни из лучших зарубежных семинаров школы. И Михаил Сульман внес колоссальный вклад в то, чтобы эта программа была постоянной. Она фактически постоянная, она продолжается уже больше 10 лет. Кроме того, в издательской программе «Школа Швеции» тоже присутствует. Книжку Петерсона о шведской политической системе наиболее удачливые из вас могли здесь заметить в первые дни работы семинара. Но это не все, потому что класс Эклунд «Введение в макроэкономику» тоже была издана школой.
Это тоже классическая шведская книга. Я хотел бы, коллеги, чтобы мы поблагодарили нашего спикера. Я хотел бы вас поблагодарить. Для меня большое удовольствие приезжать и встречаться с молодыми россиянами, которые интересуются интересным и даже иногда в очень трудных климатических условиях. С утра до позднего вечера. И это очень настраивает на оптимизм, что касается будущего вашей страны. Так что большое вам спасибо. Коллеги, Лена обеспокоена тем, что книга не доехала в пункт назначения. Мы надеемся, что она... Сюда ее передайте, пожалуйста. Приятного аппетита. Группа «Единая Россия», соберитесь вокруг Хрусталева. Господа, секундочку, пока вы не разошлись еще раз. Кто хочет уехать завтра в 21:30? Пожалуйста, поднимите руки. 21:30. Группа «Прохоров-1», подойдите, пожалуйста, к краю стола. На край стола подойдите, пожалуйста, в конец. К американскому флагу.